Детектор правды. Все тайное станет явным. На радио Energy. Александр Гусев. О, здорово. Здорово. Ты уважаешь всех женщин, с которыми ты спишь. Это так? Уважаешь? Ты меня уважаешь? Нет, не всех женщин уважает, с которыми спит и спал. Интересно. Правда. Это ты про Кристину нам сейчас сказал? Кристин, как ты думаешь? Я думаю, нет. Ты засматриваешься на чужих женщин, находясь рядом со своей девушкой, с Кристиной? Да. Да. Правда. Отлично, значит, скандалы на этой почве у нас бывают. Дорогой, когда ты со мной, ты представляешь себе свою девушку Юлю, бывшую? Так. Давай, давай. Время лечит? Или нет? По-моему, калечит у нас время. Саша, да или нет? Я думаю, нет, потому что как бы уже не вспоминаю. А по-моему, это отмаз, да или нет? Нет. Деньги, что ли, не нужны? Кого-нибудь лишал девственности? Да. И это? Ау! Так, интересно. Значит, она сказала, я девственница, дорогой, ты первый. Или как? И ты был не... Это кто был, как ты думаешь? Это была Кристина? Это она тебе сказала, что у нее никого не было до тебя? Так? А, разве? Так, нет, Юлька была, Юлька. И это было на постели родителей. Нет. Ну что нет-то? Детектор правды. На радио Energy.